Всем привет. Сегодня я вот выбрался на море. Погода, что сказать, вообще никакая, потому что южный ветер много нагнал пресной воды с Островского лимана. Сейчас нахожусь возле мыса. Вон, кстати, мыс за мной. Сейчас покажу его. Вон мыс, большой фонтан. Взял с собой ультралайт, хочу половить на ультралайт. Взял с собой несколько маленьких удочек, один коротенький спиннинг. Это я все взял так, на всякий случай, вдруг, ну, не знаю, бывает по-разному. Сейчас буду расчехлять, покажу вам, какие снасти использую, что наживляю, и будем пробовать ловить. Закинул вот на крупного опять. Он решил вернуться. Вот он, есть. На ультралайт, смотрите, как выгибается мой ультрик до 5 грамм. Вот он. Бубырик. Так, успокойся. Так, надо тут присесть, потому что потолок низкий для меня. Ну вот он, первый красавчик за сегодня на ультрик. Не знаю, будет видно, смотрите внимательно сейчас. Сколько ферины, вот. Смотрите на мормышку, вот она. Смотрите, какая стая собирается сразу от ферины. Красота на море. Идем дальше. Сегодня не клюет никого. Выцеп. Отцепилась. Только что вот такого бычка поймал. Небольшого. Видео вставлять не буду, так как подошла пьянь. Ну, не хочу, чтобы вы смотрели на это. Как я его доставал там. Общались с пьяными рылами. В общем, такой вот небольшой. Отпустим его, пусть плывет. Такой вот бычок. В общем, порыбачил я на двух пирсах. Поймал несколько бычков. Сейчас хочу вам рассказать, почему в Одессе вот, ну, туристам не нравится. В основном у нас отдыхают с той же Украины, западной Украины. Вот, смотрите. Вон мусор. Все склоны засраны. Вон, смотрите, бутылки из-под бухла. И так далее. Смотрите. Вот я иду. Все склоны просто. Все бухают, все пьют. Смотрите, поднимаемся на склон. Пейзаж просто. Идем дальше, покажу вам, что дальше на склоне. Да вот, буквально 10 метров до моря. Тут бутылки, какие-то кроссовки, куча мусора. Смотрите дальше, пойду на другой склон. Надеюсь, вам все прекрасно видно, смотрите. Тут мусор, тут. Зато все дружно отдыхают. Простите, накипело, но... Какие? В моих роликах вы видите, что каждый ролик на разной локации. То я на 411, то я там на других камнях,
То я пошел к мысу, то я на двухэтажном пирсе. Что это? Вот сзади кто-то едет тоже. В общем, каждый... Зачем я это делаю? Почему постоянно на разные пирсы хожу? Не из-за того, что там рыба ловится, там не ловится. Нет. Это затем, чтобы показать, что на каждом пирсе в Одессе можно что-то поймать. Хорошо или плохо. Все как обычно, зацеп, обрыв. Чуть сердце в пятки не ушло, скользнулся на камне. Да, Китти, ты как тут? На. Ты, на, иди сюда, не боись. Кушай, какая ты толстенькая. Ой. Ты что тут, голодаешь или что? А ну дай я поглажу тебя. Ой, какая ты классная, котяра такой. Котяра, котяра. Котяра, пузатая, пузатая котяра. Ой, пузатая. Пузатая котяра. Замурчал, да? Все, все. Будет, будет рыба, я тебе дам. Как вам такой? Размером с кобру. Они больно кусаются очень. Хорошо, сел. У-у-у-у. Такой вот небольшой. Средний. Самый вкусный бычок. А. Узнал вон. Сейчас возле платника на камнях уже не для кого секрет. Ребята заваривают ворот. Пойду к ним. Пойду посмотрим. Ребята, кто главный у вас тут? А? Ну а вопрос тут то, что люди гуляют тут, ничего? А то, что это участок, у нас собственно это ничего. Ну, покажите документы. Вы никого не выгнали, вы никого стоп, не предупредили. Стоп. Я рабочий, я с собой с какого фига маю носить документы. Кто мне хорошо, дает? Давайте так возьмем. Вы рабочий, технику безопасности. Людей куча, как они выходить будут, вы подумали? Я сегодня еще выйду через ту территорию. Какую территорию? Вы прошли, вы проинструктировали ребят, как выходить, нет? А? Посмотрите, сколько людей гуляет по этому пляжу, сколько рыбаков тут рыбачат. Ну что, ребята, а вы куда зашли? Мы сюда через ворота зашли. А что зашли? А? А зашли? Кто нам запрещает тут рыбачить? Частная территория? Нет. Это частная территория. Ну, я говорю, я не вижу документов, и никто не видит. А что я должен носить свои документы? Кто я такой? Кто? Вы работник, но вы исполнитель. Вы должны были хотя бы предупредить, повесить объявление. Что мы будем бегать по всему этому берегу и каждому говорить. Я же говорю, повесить объявление. Я объясняю, что в конце можете сегодня выходить туда и все. Все это без то, проблем, что от ну, ребят. Зависит. Мы же тоже рабочие. Я же, понимаю. От нас ничего не зависит, правильно? Нам сказали делать, мы делаем. Причем мы. Так по-человечески, что было по-людски, вот я сегодня выйдете туда. Каждому, конечно, понятно, что это пришли отдохнуть. Но сами поймите, что мы рабочие, обычные я люди. Я понимаю. Мы, от нас ничего не зависит. Не будем мы работать, другого поставить, такого же, как и мы, правильно? Ну, наверное. Извините, но мы тоже были на одном углу. Тоже начали заливать столбики, приехали, повалили. А потом вооруженная охрана стояла и заливали. Понимаете, все это. Все, давай.
В общем, вы все сами слышали. Вон все заливают, все забаррикадировали. В прошлом году захватили. Нет слов. Выхода там нет. Там частная территория. Даже можно пройти посмотреть. Какие-то базы, какие-то домики. Вон, смотрите, что отстроили. В общем, нет слов. Просто нет слов. То мусор на склоне, то это. Просто. Ну, ребята тут реально, наверное, ни при чем. Ну как, они делают, исполняют работу, конечно. Но... Короче, такие дела. Один срач кругом. В общем, моя рыбалка подошла к концу. Ребята, настроения просто нет. Могу говорить, что да, все хорошо было, бычка поймал. Да, бычок поймал на ультралайт. Из минусов сегодняшней рыбалки, ребят, все склоны загажены мусором, там это, всем все равно. Потом третье, это ворота заварили при мне. Ну, сами все видели. В общем, у меня нет слов просто от сегодняшней рыбалки. Бычка поймал, да, несколько килограмм поймал. Хотя думал, вообще ничего не поймаю, многие ничего не говорили. Короче, такие ситуации. В общем, вон мысик, большой фонтан. Все, я буду закругляться. Все, всем пока, спасибо за просмотр.